Между Казахстаном и Америкой много общего, отмечают члены Конгресса США. По их словам, у нашей страны сильная и правильная политика экономического роста. В канун одного из самых значимых праздников – Дня Астаны – американские политики выразили добрые пожелания, отметив, что у американо-казахстанских отношений большое будущее. Я участвовал в разработке нашей политики экономического роста и могу сказать, что в этом направлении у США и Казахстана много общего. Нам необходимо усилить торговлю между нашими странами, что привлечет приток дополнительного капитала в Казахстан. Я желаю жителям Астаны и Казахстана всего самого наилучшего. Казахстан – это наш хороший друг. Я хотел бы пожелать жителям столицы счастливого празднования 16-й годовщины создания Астаны. Я очень надеюсь, что приеду к вам еще раз.